Доброе утро, друзья! 13 мая 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют День Черноморского флота ВМФ России, День работников охранно-конвойной службы МВД России, или как его еще называют, День конвоира. Яков теплый в народном календаре. С Якова или Иакова, то есть с 30 апреля по старому стилю, на Руси прекращали всякое сватовство. Знаменательные события. 1637 год. Кардинал Ришелье, памятая о своих врагах, приказал закруглить все кинжалы, которые использовали за едой для нарезания мяса, создав таким образом столовый нож. В 1754 указом Елизаветы Петровны был учрежден первый в России государственный банк. В 1950 году в английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1. 1981. Покушение на папу римского Иоанна Павла II, которое совершил турецкий террорист Мехмед Али Акджа. В 1991 начало регулярное вещание Всероссийская государственная телерадиокомпания и впервые выходит в эфир информационная программа «Вести». 2003 год. Шаолинский монастырь впервые уплатил налоги. Монастырь получил деньги от одной кинематографической компании за использование своей торговой марки. Это первый доход монастыря после того, как настоятель решил взяться за защиту интеллектуальной собственности. Родились в этот день. 1221 год. Александр Невский, князь Новгородский, великий князь Киевский, великий князь Владимирский, русский полководец. В 1939 родился Харви Кейтель, американский актер и продюсер, номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль гангстера Микки Коэна в фильме «Бакси». 1950 Стиви Уандер, американский соул-певец, композитор, пианист, барабанщик, харпер, музыкальный продюсер и общественный деятель, оказавший огромное влияние на развитие музыки 20 века. В 1961 году родился Деннис Родман, бывший американский баскетболист, выступавший за различные клубы NBA, киноактер. В 1964 Маша Распутина, советская и российская эстрадная певица. 1986 на свет появился Роберт Паттинсон, английский актер, модель и музыкант. Мировую известность ему принесла роль Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки». Этот день по лунному календарю. До 12 часов 51 минуты по московскому времени не стоит опасаться, но вплотную приблизился один из самых неблагоприятных дней в лунном цикле. Он связан с периодом обольщений, иллюзий, обманов, искушений и, вспомним великого Шекспира, отравлений. После 12 часов 51 минуты – день активного отдыха. Силы в организме начинают бить фонтаном. Созидание во всех смыслах – главный девиз и тема этого дня. Вот такой он 13 мая 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!